Peter. He looked deep into his eyes and said, "Only banana." Приветствую всех, у нас новые поступления, ребят, у нас сегодня небольшой обзорчик будет, вот проверка работоспособности и внешний вид. У нас сегодня усилитель Technics SU-V10X, это внутренний рынок Японии, ритейл, ребята, 86-й год, стоил 128 тысяч йен, ну примерно это 1300 долларов на тот период. Значит, 13 килограммов вес, размер у него, ребят, стандартный, мощность 230 ватт, поэтому понижаечку надо не менее 500 ватт на него, не менее 500 ватт. Далее, фонокорректор у нас поддерживает MM-головки и MC-головки, имеется тонкомпенсация loudness, фильтр регулировки по высоким и низким частотам, имеет еще по три дополнительные регулировки. Сейчас я вам ближе его покажу. Я вам показал, что его полностью работоспособность. Он также покупался непосредственно у продавца в Японии, который непосредственно либо им пользовался, либо он был у него в коллекции. Аппарат очень достойный, в очень хорошем состоянии, можно сказать, в состоянии как новый. Это не новая вещь, конечно, но просто состояние, не затертый, ничего. Давайте я вам поближе его покажу. И покажу, как он состоит. Крышечка, ребята, вот крышечка. Все на месте. Вот аппаратик. Вот аппаратик. Давайте пробежимся. Это у нас, ребят, регулировка низких частот. Переключатель 125 Гц. 250 Гц, либо 500 Гц. Далее, высокие частоты, то же самое, регулировка 2 кГц, 4 кГц, либо 8 кГц. Тембра-блок, отключение тембра-блока, либо включение, баланс, ну это стандартное. Дальше, А, акустика подключения, либо вторая пара, либо А плюс Б. Далее у нас идут здесь по входам, как бы, что хотите, включаете. Дальше идет у нас фильтр выключения, либо 20 Гц. Дальше идет у нас тон компенсации или loudness, стерео-моно, головки MM, либо MC. Занижение звука минус 20 дБ, громкость. И здесь тоже по входам AUX, либо видео. Поддержка видео, ребят. Видео вход. То есть можете спокойно подключать его к телевизору и смотреть свои любимые фильмы. Давайте поближе покажу его.
Вот он, внутряночка, ребят. Вот внутряночка. Он чистенький, незапыленный. Вот. Это не тот, который продаются со склада, где хранился там где-то в гаражах, на даче или еще где-то. Вот большой трансформатор, ребят. 4 стоят. Конденсатор по 10 тысяч микрофарад. И под, ну вот, радиатор идет. Стоят 8 стоят транзисторов. По 3 ножки на каждой. В черном и зеленом цвете. Ну, вон их видно. Вот зелененький, черненький. 8 штучек. Давайте я вам еще с этой стороны покажу. Вот так вот. Аппаратик очень достойный по звуку. Детальность, конечно. Ну, вы это сами все услышали. И внешний вид. То есть, были алюминий у меня в основном в сером цвете. Ну, вот я сделал разнообразие, привез в черном. Это темно-серый, можно сказать, цвет. И Техникс, ну, вот Техникс спросили, привез Техникс на пробу. Что еще можно сказать? Ребят, отвечаю на все вопросы, стараюсь ответить в комментариях на Ютубе, на Авито. Вот, до 12 часов дня трубочку я не беру, многие звонят. Ну, я понимаю, с Дальнего Востока многие, там, Сибири. Но до 12 я трубочку не беру, потому что я по ночам работаю и после этого отдыхаю. До 12 дня, после 12 я всегда на связи. Стараюсь ответить на комментарии на Ютубе. Но когда я нахожусь в гараже, ребята, у меня интернета здесь нет, поэтому мне приходится выходить и отвечать на ваши комментарии. Поэтому может быть небольшая задержка. Как у меня появляется связь, я сразу стараюсь ответить на все вопросы. Вот, это было небольшое такое видео. Ребят, аппарат, что вчера был у меня на обзоре, что сегодня, это именно из-под японца. Не знаю, из коллекции из ихней, либо они ими пользовались, но что один, что второй в идеальнейшем состоянии. Поэтому просто рекомендую. Такие аппараты появляются очень редко, их найти очень тяжело. Поэтому просто рекомендую, кого заинтересовало. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. До новых встреч. Всем удачи. До свидания.